Эй, как классно он укололся! Ой-ой-ой-ой, свои протезы зубные! Смотрите, огнем пылают! Как он злится! Ой, свинка выскочила из клетки своей и накакала! Ой, что-то у него бутылка взорвалась! Классно как! Получи, соседушка, вот так тебе! Ой, попугай! Ой, как он пылает огнем! Посмотрите, обгорел сосед! Вот это да! Вот это здорово! Эй! Привет, друзья! Ну что, поиграем в новую игру? Давайте! Новая серия! Маленькая Хрюша! 70%! Подсказка! Чтобы не разбудить спящего соседа, ходите вокруг него на цыпочках. Сосед обзавелся новым питомцем, очаровательной Хрюшкой, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипсов. После столких забот сосед решает прикорнуть. Скукота! Но Вуди решает нести живую нотку. 7 пакостей у нас. Поехали! Как достать соседа в серии «Маленькая Хрюшка»? Ура! Так, что у нас тут? В комоде ничего нету. Ой, какие-то... Ага, кнопки. Так, здесь что-то у нас есть. Так, ладно. Так, сосед спит. Сосед спит. Там банановые шкурки. Давай возьмем их. Так, в холодильнике у нас что? Ух ты, кетчуп, да? Так, надо уходить. Ой-ой-ой. Так. Нет, спрячемся, спрячемся в шкаф, давайте. Что там, сосед? Так, за бутылкой молока идет. Так, это соус превратит. Ясно. Короче говоря, там очень острый соус у нас. Так, что он взял бутылку? Угу. И идет кормить Хрюшку, да, наверное? Да, ее же нужно откормить. Ага, взбалтывает молоко. Покормил. Так, пошел ставить бутылку, да? Ясно. Так, дальше что он там? Ага. Так, берет чипсы. Идет к попугаю, да? Так, вот. А попугай просит, дай мне чипсов. На тебе чипсов. Хрум-хрум, попугай покушал. О, какой хитрый попугай, чипсы любит. Вредную еду. Так, дальше что он делает? Что там? Так, угу. Какой-то ключик повесил. Так, так, челюсти зубоставные какие-то поставил, да? И спать улегся, да? Так, что тут можно сделать ему? Интересно. Так, так, что-то тут ничего нету у нас. Ладно. Так, пойдем потихонечку. Какие-то какие-то мешки у нас. Так, что у нас? Ага, это чипсы. Так. Там у нас что? Ух ты, какая-то жидкость. Опасная. Так, спрячемся. Так, пошел он опять у нас свинку кормить. Так, что же нам с этим всем делать, а?
Ну, пойдем наверх, посмотрим, что у него там. Так. Прокрадемся. Пока он там свинку кормит. Так, пойдем. Так, какой-то кактус. Кактус. Так, 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 так. Сосед у нас просыпается. И нажимает. И что, куда что-то? Куда он? Так. Никуда, никак. Да ёлки-палки. Куда его этот кактус? Ай, блин. Так, ладно, спрячемся пока. Пока там соседушка выпрыгнет, поднимется. Поспит. Угу. Так. Так. Идет. Так. Ключик какой-то повесил. А, у нас же там планы, по-моему, на замке. Так, прыгает в кровать с разбегу. А, это ясно. Ну туда кнопки положим, возьмем ключик. Ну идем, что же нам тут делать? Что же... Как же... Что же нам делать? Куда... Что же это такое? Ай! Ай, 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 соседушка, ай, не трогай меня, не трогай! Ай, не трогай меня, больно, больно, больно! Больно, спасите меня! Так, переснимем давайте, а то что-то совсем у нас ничего не получилось. Но... Давайте. Поехали, так. Банановую шкурку. В холодильнике все возьмем, здесь все возьмем. Но сейчас мы все быстренько сделаем. Так, на цыпочках, осторожно. Забираем эту жидкость огненную какую-то. Так. Так, чипсы. Так. Взяли иголочки, кнопочки. Угу. Ждем, пока соседушка наша уйдет вниз. Ждем, 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 ждем. Так. Взяли. Взяли кактус. Точно, мы его сейчас за часы поставим. О, класс! Вот теперь ясно, зачем нам кактус. Туда мы его поставили. Так, ну ждем, пока соседушка подымется. Нам же нужно быстренько что-то там сделать. Так. Так, поставил он. Бутылку. Взял чипсы. Так. Ага. Накормил. Дальше пошел наверх. Спать. Так. Ключик повесил. Ложится в кровать. Положил свою челюсть. Так, потихоньку забираем ключ. Забираем ключ. Так, кетчуп ему быстренько в эту в челюсти добавим. Так, убегаем. Так, чипсы-то у нас острые. Так, так, поменяли чипсы ему, острые, так, поменяли бутылочку, классненько, открываем свинку, открыли свинку, молодцы, так, сосед, ты не нашел ключа, ну ладно, думаю, пойду искать дальше, так,
Выходим. Выходим наверх. Уже там еще нужно какие пакости сделать. Ай, бегом, бегом, скорее убегаем. Убегаем, так. Так, так, бабановую шкурку. И, конечно же, наши кнопки. Так, иди, соседушка, иди. Поругался немного. О, класс! Хрюшка-то у нас обкакалась. Обкакалась у нас Хрюшка. Кормим. Бу-бу-бу-бу-бух! Вот как мы заменили ему молоко. Класс! Получи, соседушка, гранату. Ай! Так, иди скорее ставь свою бутылку. Сейчас еще попугая тут накормим страшными чипсами. Очень острыми. Эй, давай, давай, иди, корми своего попугая. Так. Ага, давай, давай, он, видишь, просит как. Давай, давай ему. Ой, смотрите, обгорел соседушка. Вот это острые какие чипсы. Аж у попугая полыхнуло огнем. Получи, соседушка. Так, идем, идем. Сейчас тут банановые шкурки вам тут. Баба! Класс! Класс! Вот это да! Вот это мы сделали дело. Получи, соседушка. Вот так вот. Так, пока еще не остыл. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, класс, на кнопочке как нарвался, смотрите. Мы все 100% набрали. Вот это да, вот это мы молодцы. Ай-яй-яй. Вот это здорово. Ну что? Что у нас в следующей серии? Ай-яй-яй. Ой, пожар какой, ой, пожар. Огнетушитель скорее. О, завязали огнетушитель ему. Эй, испортили, потушил он пожар. Вот такие мы молодцы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Исправляй, исправляй. Так. Эй. Какое кусачее растение у нас покусало нашу соседушку. Получи, сосед. Вот так вот, да. Да-да-да. А то, что же вы думали? Эй, вот это вот. Вот так вот упал, соседушка. Вот так вот. Да-да-да. Вот так вот. Что, друзья, в следующей серии будет еще интереснее. Второй сезон, четвертая серия. Ждите, приходите, подписывайтесь. Все будет класс, вам будет очень весело. Пока, друзья.